Кошка решила пристроить своих котяток в ящике с игрушками. Ей не понравился ящик, который ей выделили, и она нашла для них местечко получше. Ах, какая хитрая кошка! Килька, тебе не стыдно? Это вообще-то ящик для игрушек. Беленький сидит, пищит. Ну забери детеныша, он плачет, Килька. Смотри, сейчас она его понесет. Смотри. Смотри, как она несет сейчас к себе. Ну, Килька! Килька, унеси ее. Она плачет. Вон там еще один у нее, видишь, сидит. Смотри. Одного она уже принесла, да, туда посадила тебе в игрушки. Вот сюда. Вот сюда, да. Давай посмотрим, она его заберет или нет с собой. Опа, смотри, взяла. Тоже сюда. Хочет затащить, но не получается, видишь? Смотри. Бум. Тише, тише. Ну подожди, подожди. Что такое, Килька? Не получается никак. А ты же одного принесла. Сядем. Нет, Алис, это только мама его так может брать за шкирку. А ты не надо. Сейчас еще попробует. Оп, взяла. Подожди, подожди, понесла. Никак не получается. Ну что такое, скажи? Пугаюсь. Ну конечно, он боится, бедный, сидит здесь. Мама его не забирает, что такое? Вот, еще раз. Килька глупая, ты сама из ящика вылези и положи котенка туда сначала. Давай, давай, давай. Вот, получилось. Молодец. Сейчас она остальных принесет, ты увидишь. Как пищал котенок? Покажи, как котенок пищал. Ого. Следующий пошел. Еще одного притащила. Килька. Что, Килька, ты устроила поудобнее котяток своих, да? Смотри, она здесь улеглась и кормит их. Килька, два еще остались, они там плачут одни. Еще два остались. Чего ж ты бросила двух детишек еще? Килька. Алис, ну зачем? Она бы сама его принесла. Алис принесла последнего. Чтобы Килька зря не бегала, да? Очень хорошо. Ну все, все на месте, все дома. Вот так вот устроилась кошка. Ах, хитрая какая. Смотри, Жюстин,
Килька нашла новое место своим котятам на уют. Ей нравится, ей розовый больше нравится. Он отошел за окно. Угу, это точно.